боюсь. Ох, перестань, перестань. А собачка-то за что вас не любит? Может, не кормите ее или чего? Ой, разговор не может быть. Я собак люблю. Честно говоря, у нас много было собак всяких, но такого зверя у меня никогда не было. А знаете, какие у него клыки? У него такие зубы. Страх прямо один. Герман, это не ваша кровать. Вы хотя бы на полу прилягте пока. Вот, чуть-чуть, вот так вот. Гад! Сволочь! Не рыгай, не рыгай! Секунду, секунду, секунду! Будьте аккуратны! Открыть радио! А? Радио! Что с вами случилось? Бля, выгоним, бля! Ну тут, наверное, а я как будет отдирать-то? И, а тут нам могут отпечаточки остаться. Давайте пока вот так вот. Отпечатки могут остаться. Просто их сколько хотя бы было? Постучали за дом. Здрасте. Садись, а! У вас что тут? Садись, сказала! А что тут? Нет. Так вы объясните нормально. Это деньги, дай мне! На что? Деньги-то вам куда, уважаемые? У вас труба что-то течет? Да а что же у меня течет? Так из-за этого весь сыр-бор что? Блин, а это его же! А в связи с чем это ему понадобилось? Не знаю, тоже не знаю. Вот загадка-то. Так у него частенько это делал? Нет, он мельтон. Ага. Вот сволочь, я бы за вчера, я бы там ее разбить бы нахуй. А чего вы на него кричите-то? Скажите, как? Да. Как не кричать? Во что он туда ходит? Не знаю, он нам не говорит. А вот он не говорит. Вот это бомжи, бомжи. А сейчас прям дышать в квартире. В квартирах-то нельзя дышать. Куда сейчас пойдете-то? Да? Я пойду вон. Один в брюки. Ага, и куда? Потом пойду к тёте. Там должны быть три девчонки. Она не твоя. Так тебе одна нужна или три? Одна. Так а что, до завтра не мог подождать? Ну, не могу. Почему? Ну, не знаю, как-то, ну, знаешь, я как-то дней 10 не видел. Как-то мы с ней поссорились. И вот, ну, чтоб помириться. Серега, давай слезай. Ты сейчас всех людей разбудишь. Пить или надо, ты уже просто. Алло. Ну, как ты выбежал? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Ты думаешь, я тебя так и слышу? Так нет. Лариса. Сынок. Здравствуйте. Сынок, пятый день, слышите? Я понял. Вишенки, пятый день, 12-й дом. Ларис, вы меня слышите? Слышно, раньше чего? Чего это ваш сожитель все у вашей матери-то ворует? Потому что я выжил. Сильно? Ой. Может, на анализ? Если на анализ, бери, пожалуйста. На, две ложки чисто. Много вы его съедали-то? Две ложки вот чайно съела. Да чай выпила и рвала. Вкусно? А лучше было бы, если все сгорело. Нет. Мне кажется, окне надо суклады лезть. Монтируй, монтируй, блядь. Ну, зарвался, на телевизор? Да. А пытались настроить, да? Как я его ремонтирую? Монтируй, ну, больше не будете ремонтировать? Буду. Буду. И буду, пока я не буду показывать, козел, блядь. Вы на себя посмотрите.
Черный, смотрите, смотрите. Дай ему зеркало. Все, он сгорел. Олег, что там красиво? Вперед, сделал ты. Не смешно. Давай. Вот он.